Всем привет, друзья, это бесплатная ставка на Лигу Чемпионов. Смотри это видео до конца, чтобы узнать, на что я поставил. Но перед прогнозом, дружище, не забудь подписаться на мой канал, а также поставь лайк данному видеоролику. Копенгаген у себя дома принимает Манчестер Юнайтед. Данная команда уже встречались в предыдущем туре ЛЧ. И тогда хозяева на Олд Траффорд были сильнее. С минимальным счетом 1-0 Манчестер переиграл своего соперника. Но по игре нужно заметить то, что Копенгаген смотрелся достаточно прилично. Датчане создавали моменты и просто не смогли их реализовать. И после данной игры прошло 3 матча, где в чемпионате Манчестер пропустил аж целых 6 голов, а Копенгаген во внутреннем чемпионате забил 9. И в предстоящей игре, я думаю, конечно, с учетом того, что у Копенгаген еще остаются шансы на Евро и весну, датчанам нужно набирать очки. Думаю, Копенгаген забьет как минимум один гол. Индивидуально тут у Копенгагена больше одного за коэффициент 2.12. Наполи у себя дома принимает Юнион Берлин. Юнион Берлин терпит катастрофу как и во внутреннем чемпионате, так и на Евро-арене. Команда очень много пропускает. Команда уже на протяжении более 5 матчей не знает вкус побед. Одни лишь проигрыши. И в предстоящем матче, я думаю, вряд ли у Юниона будут какие-то определенные шансы набрать очки против Наполи. Тем более Наполи нужно побеждать, чтобы догонять Реал и спокойно уже выходить из данной группы в плей-офф Лиги Чемпионов. Я думаю, Наполи подойдет к этому матчу очень серьезно. Наполи здесь фаворит, Наполи играет дома. И по составу, конечно, неаполитанцы намного сильнее своего соперника. Мой прогноз: Наполи победит, и тот матч будет больше 1,5 голов за коэффициент 1.65. Реал Мадрид на Сантьяго Бернабеу принимает Брагу. Сливочный сейчас находится на первом месте в группе. И, конечно же, подопечные Карло Анчелотти захотят закрепить данный результат и выйти в плей-офф с первого места. Но Брага — это очень интересная команда, которая во внутреннем чемпионате в Португалии играет в очень интересный футбол. Много забивает, при этом еще и больше пропускает. В последнем туре против Порти Моненса Брага выиграл со счетом 6-1, при том, что все 6 голов Брага забил во втором тайме. Поэтому нас, я думаю, ожидает очень такой зрелищный футбол, где обе команды порадуют нас забитыми голами. Я думаю, у Браги есть неплохие шансы забить. Ну, Реал, соответственно, который является фаворитом в этом матче, тем более играет дома, конечно же, свой гол должен забить. Обе команды забьют за коэффициент 1.78. А что думаешь ты по поводу данного матча? Пиши свои прогнозы в комментариях. И на этом все. Всем удачи и еще увидимся.